Блин, да они издеваются, что ли? Ребята, посмотрите просто. Черт, ребята, что за звук? Что за звук? Я сейчас оглохну. Блин, он оглушил меня, что я даже не могла не видеть ничего. Всем привет, ребята. С вами снова я, королева мистики. Это значит, что сейчас будет очень страшно, потому что, ребята, вы видите конверт с деньгами в моих руках. А это значит, что сегодня мы будем заказывать новый поп-ит. А кто это будет, вы узнаете буквально через пару секунд. А перед началом три самых ваших топовых комментария. Погнали! Раз, два, три. Ребята, сегодня я буду заказывать поп-ит. Сиреноголовый Pop-It Siren Head, друзья. Это сумасшедшая идея. На сайте даже не было картинки. Я даже понятия не имею, как выглядит Pop-It сиреноголовый и реально ли я заказала то, что я хочу увидеть. Поэтому, друзья, сейчас мы обменяем эту 1000 баксов на Pop-It Siren Head на нашем месте. Но перед началом, друзья, обязательным условием для того, чтобы купить этот поп-ит, было заказать шприц и специальный раствор, основанный на крови. Друзья, его нужно будет разбавить вот этой вот, грубо говоря, не буду говорить что, назовем это просто вода, потому что нельзя это говорить на ютубе. Вот, и немного даркнетовской крови, друзья, я не знаю, настоящая она или какая, ну, в общем, это даркнетовская кровь. Одним из обязательных условий было заказать, и это тоже, в руках у меня шприц. Мне сказали, что вдруг, если что-то пойдет не так, и что-то случится, начнет происходить, я должна сделать укол поп-ит сиреноголовым. Поэтому заранее, ребята, мы приготовим этот самый раствор и наберем в наш укол этой жидкости, друзья. Сейчас немного нужно перемешать все это, чтобы оно смешалось. Так, отлично. И теперь мы наберем в этот гигантский укол, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, сделать укол нашему поп-ит-сиреноголовому. Мерзкий, конечно, звук. Итак, ребята, наше зелье набрано, и я оставлю его пока здесь, этот укол оставлю здесь. Если что, сразу я введу это зелье в поп-ит Siren Head. Это звучит нелепо, но, ребята, такие условия были сказаны на сайте Darknet. Мы берем конверты, прямо сейчас отправляемся на обмен денег на наш поп-ит сиреноголовый. Итак, ребята, мы пришли на наше место, где и состоится обмен. Больше времени ждать я оставляю конверт наверху, и мы ожидаем звонка от менеджера сайта Darknet и ждем свой поп-ит сиреноголовый. Друзья, а вы пока поставьте на этом видео 5000 лайков, я вас верю, вы сможете. Погнали. Итак, ребята, мне позвонил только что менеджер сайта Darknet. Я такая счастливая, потому что поп-ит Siren Head никто и никогда и нигде не видел. Только на моем канале. Это просто сногсшибательная идея и сногсшибательная новость. Я думаю, что вам тоже это очень сильно понравится. И я уже вижу эту посылку. Посылку сайта Darknet, в которой лежит мой поп-ит сиреноголовый. Еще один поп-ит, потому что, ребята, уже один поп-ит Cartoon Cat есть в моей коллекции. Если ты не видел этого видео, то прямо сейчас, а вернее после того, как досмотришь это видео до конца, это одно из обязательных условий, можешь перейти на мой канал и посмотреть поп-ит Cartoon Cat. Нереально, тоже очень крутой видос. Ну а мы прямо сейчас с вами посмотрим, как же выглядит поп-ит сиреноголовый. Погнали! Вот! Что это? А где сиреноголовый? Блин, что за подстава? Ребята, здесь поп-ит, но это, блин, не сиреноголовый. Это поп-ит, пупырка, рубашка. Ребят, напишите в комментариях. Мне кажется, такая рубашка есть у каждого. Есть ли у вас поп-иты и какие они, кто они, поп-ит, там, Амон Касли. Блин, обычная рубашка. Черт, может быть, я что-то неправильно заказала? Блин, что за фигня? И здесь больше ничего нет. Ребят, я просто в шоке. Блин, ладно, короче, оставим это. Прямо сейчас я позвоню на Darknet сайт и узнаю, что за фигня, потому что я платила
бешеные деньги, не за рубашку, ребята, свяжусь с вами чуть позже. Так, ребята, я решила эту проблему. Менеджеры сайта извинялись и сказали, что мне уже доставлен сиреноголовый поп-ит, и наконец-то мы его увидим. Да чё за бред, блин? Да чё за фигня, ребят? Это опять поп-ит, ну какая-то звезда. Блин, теперь у меня в коллекции просто каких-то два обычных поп-ита. Рубашка и звезда. Дим, кстати, меня снимает мой парень Дима. Всем привет. И он тоже в шоке от того, что у нас поп-ит не тот, который мы заказывали. Если честно, очень расстраиваюсь и прямо сейчас опять позвоню им, потому что, блин, это какое-то издевательство. Либо они меня троллят, либо они меня так пранкуют, либо здесь меня слышит этот менеджер сайта Darknet. Пожалуйста, отдайте мне мой поп-ит сиреноголового, пожалуйста, ребята. Итак, ребята, у нас сейчас третья попытка получить свой поп-ит сиреноголового. И я невероятно злая, потому что мне сказали, что новый поп-ит уже здесь. Он в этой посылке, в этой книге. Черт! Блин, да они издеваются, что ли, ребята, посмотрите просто. У меня теперь целая коллекция обычных поп-итов. Единорог, ромашка, краб. Дим, дай, который мы еще нашли. Рубашка и звезда. Просто 5 штук поп-итов, ребята. И... А где сиреноголовый? И все, ладно. Я знаете, что придумала? Я добьюсь все-таки поп-ит сиреноголового, а прямо сейчас, ребята, так как на моем канале стукнуло 500 тысяч подписчиков, я разыграю эти 5 поп-итов и отправлю их счастливчикам. Прямо сейчас подписывайтесь на мой инстаграм, на мой тикток и следите. Розыгрыш начнется совсем скоро, если ты хочешь получить от меня автограф и один из этих поп-итов, то прямо сейчас подписывайся на мой инстаграм, подписывайся на мой тикток и, конечно же, подписывайся на мой канал Ирина Ясинская и следи за условиями конкурса. Они появятся совсем скоро. Стань первым, друзья. Ну а мы наконец-то получим свой поп-ит сиреноголовый буквально через минуту. Итак, ребята, прямо сейчас перед своими глазами вы видите поп-ит сиреноголовый. Вот как выглядит пупырка Сайрон-Хеда, друзья. Но это не обычная пупырка, это пупырка из пластилина. Поп-ит из пластилина Сайрон-Хед. Он очень крутой и очень тяжелый. Я, конечно, немного расстраиваюсь тому, что... Ладно, давайте я его сюда сейчас переложу. Потому что я его не могу полопать, потому что эти пупырки пластилиновые, и он нереально огромный. Я, конечно, расстраивалась, то, что я получала обычные пупырки, но очень здорово, что мы придумали с вами провести конкурс, и один из вас получит от меня пупырку в подарок. Так что подписывайтесь, подписывайтесь, друзья, и не пропустите условия конкурса. Сиреноголовый из пластилина. Вот в чем проблема. Возможно, это любимая игрушка реального сиреноголового. То есть вы же думаете, что монстры, они, как и мы, любят антистрессовые игрушки и многое-многое другое, то, что любят обычные люди. У нас на готове укол, если вдруг что-то будет происходить не так. А прямо сейчас я попробую призвать при помощи пластилинового поп-ит сиреноголового, реального сиреноголового, к нам в лес и посмотрим, придет ли сиреноголовый поп-ит сюда. Это просто нереально. Я не знаю, как это будет происходить и как это будет выглядеть, но надеюсь, что вам интересно и мне, по крайней мере, тоже очень интересно. Ладно, начнем проводить обряд по призыву сиреноголового поп-ит. Жуть, просто жуть, ребята. Ладно, все это подвинем. Мне нужна доска для вызова духов. Ладно. Сиреноголовый поп-ит пока полежит у меня на коленках. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Поп-ит сиреноголовый, приди. Поп-ит сиреноголовый, приди. Поп-ит сиреноголовый, приди. Слышишь? Вы слышите, ребята? Это сирена! Слушайте, у меня есть предложение. Давайте я положу эту игрушку, антистресс сиреноголовый, прямо в лесу, где мы ее и получили, и понаблюдаем. Возможно, ее придет забрать сам реальный сиреноголовый. Погнали скорее прямо сейчас, ребята. Жесть, он нереально клевый. Вы слышите? Я снова слышу сирену. Дим, ты слышишь? Быстрее. Жесть, он где-то рядом, ребята. Смотри, по сторонам.
здесь. Его невозможно не заметить. Он гигантский, просто гигантский. Должна появиться цветная сирена, радужная сирена. Я слышу оглушающий звук сирены. Блин, Шесть, он где-то рядом, ребята, он где-то рядом. Черт, мы должны его увидеть прямо сейчас. Совсем скоро, ребята, настоящий поп-ит сиреноголовый. Ладно, я оставлю ему игрушку здесь. Он усиливается. Ребята, мы спрячемся и прямо сейчас посмотрим. Возможно, он заберет свою игрушку. Мы оставили его здесь. Я слышу, ребята, вы слышите этот звон? Вы слышите этот нереальный звук? Это он. Ладно, нам необходимо спрятаться, чтобы понаблюдать. Черт. Ладно, вот отсюда более-менее видно. Черт, ребята, что за звук? Что за звук? Я сейчас оглохну. Блин, он оглушил меня, что я даже не могла не видеть, ничего не слышать. Он забрал. Он забрал эту игрушку. Он забрал пластилинового поп-ита. Господи, ребята, никогда не лепите поп-ит из пластилина. Всяких там монстров. Он был здесь, ребята. Я не смогла его, к сожалению, заснять. Но он забрал у меня игрушку, которую я купила за бешеные деньги. Это просто крэйзи сумасшедшее видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось прямо сейчас. Ставь лайк и переходи смотреть мое новое видео. Всем счастья и добра. Пока. Воу, я кое-что забыл, друзья. Все-таки на всякий случай мы сделаем этому сиреноголовому поп-иту укол. Чтобы мало ли что, чтобы он просто ушел отсюда навсегда. Потому что нереально, кто-то забрал эту игрушку. Погнали.